синяя мать-старушка к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла, своему родному сыну передачу принесла. И привратнику сказала задушевные слова, ноги старые устали, 40 верст пешком я шла, ноги старые устали, 40 верст пешком я шла. Дайте передачу, а то люди говорят, что по тюрьмам заключенных люди голодом морят, что по тюрьмам заключенных люди голодом морят. И привратник отвечает: твоего сыночка нет, рано утром на рассвете он отправлен на тот свет, рано утром на рассвете он отправлен на тот свет. Вернувшись, мать-старушка от ворот тюрьмы ушла, и никто о том не знает, что в душе она несла, и никто о том не знает, что в душе она несла. В воскресенье мать-старушка с мешку из дому ушла, и к могилке на опушке сыну цветочки принесла, и к могилке на опушке сыну цветочки принесла. Поминать тебя я буду, ты сыночек мой родной, колыбели тебя я вижу, спи спокойно, дорогой, колыбели тебя я вижу, спи спокойно, сын родной. Старушка к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла, своему родному сыну передачу принесла. И привратнику сказала задушевные слова, ноги старые устали, 40 верст пешком я шла, ноги старые устали, 40 верст пешком я шла. Дайте передачу, а то люди говорят, что по тюрьмам заключенных люди голодом морят,
что по тюрьмам заключенных люди голодом морят. И привратник отвечает: твоего сыночка нет. Рано утром на рассвете он отправлен на тот свет. Рано утром на рассвете он отправлен на тот свет. Вернувшись, мать-старушка от ворот тюрьмы ушла, и никто о том не знает, что в душе она несла. И никто о том не знает, что в душе она несла. В воскресенье мать-старушка в спешку из дому ушла, и к могилке на опушке сыну цветочки принесла. И к могилке на опушке сыну цветочки принесла. Поминать тебя я буду, ты, сыночек мой родной, колыбели тебя я вижу,